Смотрите, какой красивый куст. Когда мы с вами гуляли, тут был один или два цветочка. Смотрите, как он красиво цветет. Весь в розах. Какая шикарная красота. Добрый день всем. Привет с Харькова. Какая у нас ситуация? У нас стреляют каждый день, бомбят. Но мы пытаемся жить. Каждый день, вот среди сегодня, в 12:30, были попадания в дома. Вчера в 11:30 вечера попали в дом недалеко от нас, и все окна, все двери повлетали. Смотрите, как жара и цветочки. Немножечко, конечно, осунулись, но шикарный. Здесь было 3 кустика, сейчас осталось 2. Вот этот вообще красота. Попадало просто солнышко, сейчас он гремит, где-то стреляют за городом, гремит. Но мы все равно немножечко прогуляемся, пройдемся, посмотрим, подышим свежим воздухом и посмотрим, что у нас есть. Я хочу показать тоже цветочки. Здесь вот в тенечке розы, ложечки. И шикарные розы. Красота. И вот такие. Да, конечно, вживую это вообще. Ну, я не знаю, как эти цветочки называются, но их все любят, и я люблю. Они есть разные. Миленькие, красивенькие кустики. Даже зимние цветы цветут. Вот, немножечко пройдемся, посмотрим. У нас и как. Вчера был сильный шквал ветра, поломались многие деревья, на машину попадали. Вот он на пустом месте, было хорошо, хорошая погода, и вдруг потемнело, ветер, шквал. И какой-то, я не знаю, минут, ну, полчаса максимум. И все это прошло. Но горе наделало беды много. Вот. Орехи. И вот тут еще есть один дом. Очень всегда красивые цветы, розы. Всегда ухоженные. Смотрите, березки. Березки всегда, да, красивые? Я не знаю. Я очень люблю березки. Это моя слабость, березки. Птички поют. Сейчас немножечко посмотрим. Еще здесь зайдем. Полюбуемся цветами. Вот здесь почистили, да? Вот какая красота какая. Солнышко светит. А вот какая роза. Давайте сейчас мы на нее наведем камеру. Вот какая красота. Она еще не распустилась. Распустится, не фокусируется.
темная розочка. Пионы отцвели, там дальше розы, но мы туда идти не будем. Такая красота. Птички поют. А здесь вот такие красивые елочки. Сразу вспоминается Новый год, елка. Голубка полетела. Фокусируется. И вишня, уже вишня красная, уже налилась. Все очень быстро все это наливается и спеет. Неожиданно пришло лето. Ну, вот эта вишенка еще тут зелененькие есть. А вообще-то вишенка уже поспела. Смотрите, какое дерево. Сейчас мы ближе подойдем. Оно уже старенькое. Но все в ягодках. Красиво. Видите? И вот. Ну-ка. Не фокусируется, да? Не фокусируется. Ой. А вот липа. Посмотрим, уже отцвела, наверное. Да, уже цвет отцветает. Видите, какая. Аромат какой. Красота. Большое дерево. Вот и вишенка уже и налилась, уже и красненькая. Быстро, очень быстро летит время. На этом я буду заканчивать свой репортаж с Харьковом. Всем удачи, благополучия, радости и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока-пока!